Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проходить Disgaea 2. Как вы помните, в прошлой серии мы остановились перед окончанием 4 главы, и сейчас мы отправимся на босс-файт, как вы можете понять. Что же, давайте узнаем, какую ловушку подготовил Аксель. Таро! Ханако! Таро! Ханако! Ура, это Адель! Хи-хи! А, Химе-сама! Боку-но-кото, таске-ни-кити-кудэ-тан-да! О, принцесса, вы пришли спасти меня! Йоу-косо, оре-сама-но-бангуми-е! Вана-то-сири-цу-цу аху-зра-саге-те-аравалета! Соно-докио-даке-ва-хомете-яру! Ха-ха-ха. Добро пожаловать в мое новое шоу. Я восхищаюсь вашей смелостью за то, что пришли сюда, сосунки. Вы же знали, должно быть, что... Вы же ведь должны были... Тьфу. Вы же ведь должны были знать, что это ловушка, верно? Так что, если хотите получить деток не целости и сохранности, просто вручите мне принцессу. А, и не забудьте, что мне придется избить вас. Ага. Ха-ха-ха. Это твой план? Кто бы о планах говорил? А то я не вижу, как ты собираешься использовать принцессу в качестве заложницы, чтобы можно было одолеть владыку Зенона. Однако я положу конец твоим планам. Когда я спасу дочь владыки, я снова вернусь на экраны. Вся вселенная будет видеть мою победу. Она будет сиять... Она будет освещать сиянием славное возвращение. Ну что, готов к честному сражению? Но помни, я не буду ответственным за то, что случится с этими детками, если ты не позволишь мне избить тебя. Чуток, совсем кукушка поехала, по-моему. Ну ладно. Тогда каким макаром это вообще честная битва? А что если мы решим отказаться? Что если мы бросим тебя как мусор перед глазами всего мира? Как ты из этого выберешься? Симпай ва муйо да. Ха, вот здесь и вступает в силу мой секретный план. Даже если я проиграю, я могу использовать особые технологии спецэффектов последние, которые позволят мне изменить запись. Неважно, как сильно я проиграю, или как сильно я буду молить вас о прощении, все это могу исправить впоследствии. У меня будет величайшая сцена экшена в мире. Дода! Кону нижу ни хари мегурасарета коукацнару вана! Осорошикуте коэ мо денай дару! Ха, что такое? Моя хитрая ловушка оказалась настолько неожиданной для тебя, что ты потерял дар речи? Нет, мы просто не хотим терять время. Кисама, Юру-сан! Оноре-га медачитай-га тамени, цуми-на кикора-о юкай-суру-то-ва фтодоки-сенбан! Я не пощажу тебя. Кража невинных детей для того, чтобы получить внимание, просто непростительно. Я самолично вычищу из тебя все дерьмо. Почему ты так злишься? Я же пытаюсь тебя спасти, понимаешь? Урока-моно!
Хитожичи ни надо на тебя урана! Дурень, меня не нужно спасать. Я здесь по собственной воле. Я не являюсь чьей-либо заложницей. Сонна бакара! Химе-сама ты юна, цена не варе мононит скаматтете, хакума но оучи-сама уматтеру монодаро! Какого черта? Разве принцессы не должны ждать их рыцарей в сияющих доспехах, которые бы спасли их, когда их схватили? Это ты-то рыцарь в сияющих доспехах, Аксель? Не спеши мои тапочки! Ахо! Сорева кисама но каттена мосоджа! Идиот, это случится только в твоих мечтах! Джо, коро бангами ва до нарунда? Тогда что мы будем делать для моего шоу? Бангуми найо хэнкоу дэс не. Сайсю кай, актаре, монзэцчи суру но макки. Нанте доу дэс ка? Предлагаю смену пластинки. Как насчет финал сериала? Аксель погибает... в стонах боли. Как тебе это нравится? Сонна тайтл но сайсю кай яда! Себете, хаппи энду ни шите куре! Но я не хотел, чтобы сериал закончился так. Неужели не может быть хэппи энда? Со ва ик ка ё. Омае ни ва бадд энду га о ниай да. Прости, сегодня больше никаких хэппи эндов. У нас есть только те, которые включают в себя ужасные избиения. Таро то Ханако га сева ни натта рэй ва китчири то сасете морау зе. Просто помни, каждый удар за Таро и Ханако. И за Сашку. Угу. За себя и за Сашку. Именно так. Простите. Ну что же, битва достаточно необычная, хотя бы тем, что нам придется для начала справиться еще вот с этим вот геосимволом, который, как видите, достаточно далеко находится, и до него не так-то легко добраться. И не забываем, что победа засчитывается только после того, как мы победим всех противников, а здесь у нас есть парочка. К тому же здесь еще есть весьма неприятные геосимволы, от которых надо избавиться, но самые неприятные это вот эти, ноулифтинг и инвинсибилити, то бишь запрет на подъем вещей и неуязвимость. И проблема в том, что они действуют именно на этих тайлах, и сделать с ними мы ничего не можем. Ну что же, для этого у нас запущены кое-какие трюки. Для начала избавимся от этого геосимвола, разумеется. Отлично. Ну а теперь пойдем дальше. Атака минус 50%, да, неприятно, но ничего смертельного. Отлично. Ой, тебя отравили. Вот это очень плохо, кстати говоря. Окей, хорошо. Тогда мы сделаем следующим образом. Отлично. О, сундучок. Шикарно. Но им мы займемся позже. Начался у тебя от отравления. Я как не рассчитывал, что эта штука, что воровка подойдет настолько близко. Ну да ладно. Защита 50%. Ух, неприятно. Отлично. Окей, идем дальше. Похилим тебя на всякий случай. И продолжим путь. У вас деф усилен, но мне это не очень нравится, откровенно говоря.
Поэтому сделаем вот так. Один момент. У нас докуда ходишь? Вижу. Надо начать будет нормально. Правда, ты воровки могут тебя проатаковать, которые сейчас находятся на островке. Но я этого не боюсь в любом случае. Окей, тем лучше. Жалко, только зона не подходит для этого. Ну ладно. Могло быть красиво. Ауч. И снова сундук. Однако мне везет. Я просто обожаю эту обилку, серьезно. Если вы этого еще не поняли, то простите. Теперь, думаю, понимаете. Эу. Ну почти. Ну, почему бы и нет? Красиво. Хе-хе-хе. Весьма неплохо. Весьма неплохо. А вот это опасно. Эу. Почему бы и нет? И остался только Аксель. Ну, не считая еще вот этого парня, но как бы да. С ним проблем быть не должно, в любом случае. Эу. О да, весьма неплохо. Без шансов, дружок. Даже не пытайся. Как насчет тисков, а? Теперь ты отсюда не выберешься, дружок. Никогда. Ну и последний удар пусть Акай нанесет Адель. Хотя я думаю, что это даже не пригодится. Да. GG? Посмотрим на качание головы. Сука. Вакаттазе. Эй, теперь я все понял. Назону химит сошки ни кайзоу сарете шматта химегими. Киоку убаваре. Кёбоу на онна сенси то натта химегими о. Хаташте. Принцессе промыла мозги секретное сообщество, и только я могу освободить ее от той ужасной тигрицы, в которую она превратилась. О, господи, нет. Кто-нибудь заткните его. Пожалуйста. Мада сонна кото иттен но ка, омае? Соро-соро отона ни натте ме о самасе ё. Ты все еще продолжаешь выдумывать всякую ерунду? Кончаю уже с этим. Оре-сама но ме ва гомакасензо. Кайзоу да но. Кятору мютилейшон да но. Аяши мирай но гижуцу о цкаттан да но. Меня ты не обманешь. Возможно, вы использовали какое-то особое футуристическое устройство на ней. Ну, тем, которое можно, например... Мютилейт.
Mutilate. Один момент. Я должен уточнить этот перевод. А, да, которым калечат скот. Остановись, господин тупоголовый. Адель ничего такого не делал. Адель сражается честно. Он не использует всякие глупые трюки вроде тебя. Да, она показала язык, если кто не понял. Прекрати, Ханако, что если ты поскользнешься и свалишься в реку? Да, это будет очень грустно, я считаю, поэтому давайте-ка поосторожней. Серьезно? Гизгай, ты не перестаешь меня удивлять. Серьезно? Ты серьезно? Тайгенда! Нет! Нанте готта! Что я наделал? Ты ничего не сделал, ты просто тупой. Серьезно? Здрасте. Ньюсуно джикан дес. Время новостей. Има моттомо хотто на спотто. Хенкё секай, Бельдайму но вадай дес. Сегодня мы обращаем внимание на последнее горячее место в среди незеров. Господи, как же называется это? Провинциальный мирок Вэлдайм. Уцкуши чизен о ирококу нокосу дайчи. Кё ва соно нака о юдай ни нагареру тайга. Дарос тайга но эйзо о отодоке шимасу. Эта земля богата красотами природы, и среди главных достопримечательностей река Далласа, которая протекает через весь главный континент. И мы отправляемся туда через наш систему вещания спутников, где нас ждет полевой репортер Сэмми. Хай, кочира Бельдайму но Саме дес. 一見穏やかな川に見えますが 流れは速く子供なんかは簡単に流されてしまいます. Это же акулы из Икеи, разве нет? Или меня прет? А, неважно. С вами Сэмми, и мы сведем прямой репортаж из Вэлдайма. Несмотря на то, что река выглядит спокойной, течение здесь очень быстрое. Дети с легкостью могут быть унесены прочь. しかも下流には魔の大空洞と呼ばれる恐ろしい洞窟があり、飲み込まれた者は決して生きて帰れないというプレミア付きです。 Из того, что я знаю, река впадает в пещеру зла, опасную пещеру, из которой никто никогда не возвращался живым. まあ、他人が溺れようが関係ありませんが、観光に訪れた際はそれなりに気をつけるのもまた一興かもしれませんね。 Наблюдать за тем, как люди тонет в реке, это самое веселое, что можно найти за бесплатно в Вэлдайме. Серьезно? Hello, darkness, my old friend. Серьезно? 以上, Вэлдайму から Самега お届けしました. На этом в Вэлдайме все. Вернемся в студию. ありがとうございました、サメさん。 Спасибо, Сэмми. なんだか後ろの方で通り魔に殺害されて死んだはずのアクターレ氏に似た人物が映っていたような気がしましたが。 На какое-то мгновение подумал, что видел на фоне Акселя, но ведь его же жестоко убили туземцы. ま、気のせいでしょう。ははは。 Возможно, это были его косплееры. Косплеер Акселя. Вселенная сходит с ума. ХМ の後は人気のコーナー予言者プラムさんの生首占いです。А теперь оставайтесь с нами, чтобы познакомиться с еще более популярной Капитейн. Не уверен, что правильно знаю это слово.
Ага. С обезглавливающей оракулом Премом, которая прямо сейчас будет с вами после перерыва на рекламу. Нао, коно фосо ва якю чюке энчо но таме, бангуми о 40 пун зраште фосо ште оримасу. Мажи мэйвак на ханаси десу. Эта трансляция была отложена на 40 минут из-за классической игры в бейсбол Незера, которая затянулась из-за дополнительных таймов. Игра в бейсбол! Серьезно! Разве это был не старший брат? Он еще жив! Бака, ощай! Актаре ва синда тте чанто ньюс де иттета джанай но. Не будь дурачком, ты же знаешь, что Аксель умер. Они даже так по новостям сказали. Сакки но итазура денва то и... Муско накушта хаоя о коре ижо канашимасу мон джанай йо. И этот розыгрыш, который... Звонок с розыгрышем, который мы получили недавно. Откуда только люди берут эти идеи, чтобы довести до белого коленя и без того уже доведенную до депрессии мать, которая потеряла своего сына? Это типа семья Акселя, серьезно? Окей. Но Анчан датта думун дакедо на. Но это действительно выглядело как старший брат. Ну, допустим. Ладно, на этом, дорогие зрители, мы заканчиваем четвертую главу и, соответственно, эту серию. А увидимся мы с вами уже дальше, в пятой главе. Где, видимо, будем спасать Тара из лап пещеры, которую его несло рекой. Но о том, как мы это будем делать, мы узнаем с вами в следующей серии. Пока будем прощаться. Удачи вам всем, дорогие зрители. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!